Всем привет, ребят, с вами я, Фёдор, и сегодня мы будем играть в осаду, ура! Браво, Старс! Ай, стоп. Продолжаем катку, у меня какие-то небольшие лаги. Тут какие-то все ники тупые. Пудше или Лекстар, ладно. Но вот у них 8 бита, я не понимаю, конечно. Осуждаю. Всегда. Ладно. Допустим. Блин, может, если бы потанчил урон, могли бы выиграть. Это что за перестрел, который или сейчас будет? На помогу. Он еще 10%? Тогда ладно. Можно уже побеждать? Можно! Но! Шмонтить не умеешь, что ли? О, ничья. Пожалуйста, можно теперь забрать победу? Если мы проиграем, это будет очень обидно. Так-то. Прям пипец, как обидно. А, кстати, что болты не собираются, я не помню сейчас. Прикол. Вы должны собирать мы, а не противоположные команды. Не обращайте внимания, у меня просто насморк. Заболел. Ага, сейчас. О, так мы победили. Ага, нет, не победили, еще ни капли. Я уже вижу, что можем проиграть. На изях, пожалуйста. Кто, ну хотя бы ничью, ну не проиграть же осаду все-таки. Нет. Нет, ну нельзя. Такое недопустимо просто в жизни, мне кажется. Да ладно. Да! Мы успели, ребят, вы прикиньте. Еще миллисекунда, это была бы ничья. А еще одна миллисекунда, мы проиграли. Мы бы, на нас бы пошел 12 робот. Робот 12 уровня, вернее. Да, я опять кривой. Боже. Прямо выиграли катку. Сейчас вам покажу повтор одной катки, от которой я сам был в шоке. Погнали. Ну, сливная катка это была. Не сливная, пока что я не скажу. Короче, тут можно отслеживать меня, пожалуйста. Вот. Я снимаю. Тебя сейчас слышно, если честно. Вот тут я, короче, проиграл. Ну, как бы гаджет меня не спас. Я не перелетел через стенку. Возрождаюсь, отправляю смайлик. Стою, потому что знаю, что сейчас дефаться будем. Или лагало мне тогда. Нет, тогда у меня лагало. Да-да. Ну, в общем, эту катку я как бы записывал. И потом тупо вырубил запись. Ну, я подумал, что все, проигрываем сейчас. Потом выхожу, мы дефаем. Как бы все, думаю, сливная катка. Ну, не знаю, правда ли так. Сейчас увидим просто. Сейчас один момент. Вот этот гаджет просто перелетел. Не подставился, не под одну ракетку. Попытался замансить, но не получилось. Наш Пока собирает болтики. И мы идем атаковать. Идем же атаковать. Идем атаковать роботом 5 уровня. У нас есть бог про запас еще. Выиграем, никто не знает. Прям идем. Бог закинул минки. Да. Чтобы робот подорвался. Мы стреляем максимально. Я потом начинаю понимать, что надо отходить. Ухожу. Меня добивает чужой брок. Мистер Пи подставляется. Вместо Пока. И казалось бы, вот, 4 болта у соперников, что делать? Но, видимо, мы знаем. Я убиваю Брока. Ультую в Пенни. 4 ракеты, 3 ракеты попадает или 4. Мы собираем. Пока хилится. Так бы он умер. Поддержка. Вся бы пропала прям. Я отступаю, Брок собирает болт. Он упрыгивает на гаджете. Я иду в атаку. И мы атакуем роботом 7 уровня. И я попадаю в Брок. И прям сантиметр. Даже, может, 5 миллиметров в миллиметр. Ультую и просто добиваю. Это была победа. Хотя я думал, что катка уже сливная. Забрали бы на одну осаду.
Это было бы поражение просто. Вот ладно, вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.